5 журналистов от Оралской области были награждены жилищными сертификатами на 1 миллион тенге. Такая инициатива – хорошая помощь для многодетных семей корреспондентов, не имеющих жилья. Квартиры им удалось получить при помощи местных властей. Для очередников по программе «Счастливая семья» значительная часть первого взноса выплачена через областной призовой фонд имени Таумана Амандосова. Фонд был создан при поддержке спонсоров. Обладатели сертификатов выбраны из числа журналистов, которые нуждаются в жилье и имеют полный стаж работы. Их отбирала комиссия, созданная из представителей СМИ. Средства массовой информации – связующая нить между народом и государственными служащими. Поэтому наша главная цель на сегодняшний день – поддержать их социальное положение, создать условия для их работы на благо страны.